не доначали, уже начали, боже мой, что творится. Мы должны как эти самые, ребята, правда круто, просто мы находимся сегодня в какой-то другой, абсолютно реальности. Студия Озона, как всегда, перевоплощается. Это круто, то, что каждый день мы можем встречаться с разными направлениями, которые помогают нашей жизни. Ну просто же огонь, просто огонь. Причем сегодня ребята из VMM Game пришли к нам не первый раз, но я, честно говоря, ребят, встречаюсь с вами первый раз, поэтому мне будет дико это все интересно. Хотя я ехал в машине, подглядывал за вашим стримом немножко, да, поэтому уже немножко подготовлен. Ребят, всем привет, задавайте вопросы, общайтесь, тем более есть с кем пообщаться. Сегодня Максим и Егор вместе с нами. Егор, сооснователь бренда VMM Game. Егор, я очень рад, что ты с нами, привет. Ты по 15 часов, по сути дела, в кресле, ну, да. И мне нравится, что ты сейчас стоишь, понимаешь, я рад за твое физическое здоровье. Саночка, да? Красавчик, стоишь, пришел в студию. Макс, привет тебе тоже. Привет. Макс, ну, маркетолог, да, маркетолог бренда, ребят, все серьезно у нас. Я вам честно скажу, ребят, я вдохновлен вашей историей вообще создания. Не могу сказать, что я очень знаю, но я знаю, что три друга собрались, да, сделали этот замечательный проект в 21 веке, выйти на рынок и представить ту продукцию, которая на самом деле не просто конкурентоспособна, а порой еще кладет на лопатки тех мастодонтов, которые существуют в данной сфере, это очень круто. И ребята заточены только под одно. Сделать удобно, сделать стильно, сделать красиво и доступно. Все, что, о чем мы сейчас будем говорить, на самом деле, ну тысяч так на пять дешевле аналогов, поверьте мне, я знаю этот рынок. А вот по качеству и разнообразию, о-о-о, ребята. Поэтому будьте сейчас с нами, плюс еще ребята дают хорошее предложение сегодня здесь, в прямом эфире. Мало того, будем еще дарить с вами подарок, вот, от замечательного нашего бренда. Какой подарок, об этом скажу чуть позже. Сейчас я... Не, круто, кресла, столы, различные аксессуары, накидки, чехлы, пончики. Саш, ты тоже сел, да? Не, ну ты наглый вообще. Да ладно, сиди, отдыхай, молодец. Очень круто, ребят, давайте обо всем по порядку. Ребят, привет. Ну, давайте так. Вообще, о чем сегодня будем говорить вкратце, давайте поговорим, потом конкретно пойдем. Будем разговаривать про нашу продукцию. Мы покажем, как эта продукция выглядит изнутри, чего мы не делали никогда. И... то, чего не делают другие, да, ну вот на этот стрим мы придумали, что мы принесем кресло, да. И покажем, как оно выглядит внутри. Не понимаю, что ты имеешь в виду? Ну вот прям, вот прям покажем. Мы его прям вот покажем, как оно изнутри, да. Мы его хотели у вас разрезать, прям здесь его расчекрыжить, но поскольку это все очень сложно разбирается, и мы не сможем показать тех моментов, которые мы хотим показать. В общем, мы его решили немножечко заранее разобрать. Вот, во всяком случае, спинку. Uh-huh. И, собственно, покажем, из чего кресло состоит. Расскажем о том, как выбрать кресло, какие есть важные аспекты эксплуатации. Ну и, в принципе, поговорим про продукцию. Ну, почему да. важно да. покупать, почему важно использовать вот такие кресла, да, а не просто табуретки. Для людей, которые много времени проводят за компьютером, которые... играют или работают. Ну, в общем, много времени находится в сидячем положении. То есть мы говорим не только о геймерских креслах, да, а просто это кресло выглядит классно, но они еще настолько эргономичны и анатомичны, что я вот просто работаю за компом, даже там 3-4 часа в день, лучше вот эти кресла, да, они как бы влияют на мой организм, на что, да? Правильно понимаю? Ну, в целом, да. Осанка – это же очень важная вещь. В принципе, да. Да. Можно провести достаточно простой эксперимент, я всегда об этом говорю. Вот если нам дадут задание сесть и посидеть с прямой спиной, ну вот как это должно быть правильно, сохраняя прогиб, при этом еще не особо напрягаясь, вот сколько мы так сможем посидеть? Ну это непросто, да? Я думаю, минут 10-15. Ну, да, потом тихонечко лоп. Наши кресла, они все-таки, у них есть боковая поддержка, у них есть специальные ортопедические подушки. Под голову, под шею, есть настраиваемые по высоте, по выходу, подлокотники. И мы можем это кресло настроить под себя таким образом, чтобы мы сохраняли правильное положение тела, но при этом не напрягались вообще. То есть мы играем, спина отдыхает. Ну скажи, ты это просто как-то научно знаешь или ты реально опытным путем проверил? Ну, опытным путем, конечно. Мы занимаемся этим более 3 лет, и мы... Там, при создании каждой модели отводим важное внимание эргономике, ну, то есть удобству, чтобы пользователю было действительно удобно, чтобы он в кресле не уставал. Это главное требование к любой модели, которую мы выпускаем на рынок.
Слушай, ну тут много сразу тебе комментариев по поводу светящегося кресла, понимаешь? Mm-hmm. Говорят, привет. Люда говорит, хочу кресло с огоньками, у меня клава, колонки, мышка с подсветкой, надо теперь кресло купить. Да, все крутое пишут. А стол с подсветкой бывает? Стол с подсветкой бывает, но пока не у нас. Mm-hmm. Мы думаем над этой моделью. Столы это тоже важный продукт, который мы производим. И думаю, что скоро у нас такой стол появится, может быть... Скоро мы у вас его анонсируем. Круто, давайте. Александр пишет, Дмитрий, например, говорит, по качеству прям подтверждаю. Даже какое крутое светящееся кресло. Слушай, а вот хороший вопрос. Я бы на самом деле, ребята, его отбил. Чем игровое компьютерное кресло отличается от рабочего? Вообще есть ли какие-то отличия? Есть офисные компьютерные кресла, к которым мы привыкли, которые мы видим в офисах. И, как правило, это, ну, скажем так, младшие братья, вот таких игровых компьютерных кресел. То есть, там тоже есть какие-то элементарные настройки, регулировка по высоте. То есть это кресло тоже катается, оно тоже поднимается. Но все-таки, если мы говорим про удобство, про комфорт, когда ты находишься в положении сидя, они немножечко отстают от этого параметра. Хотя, опять-таки, есть дорогие офисные кресла, которые стоят 60, 80, 120, 300 тысяч. Но их мы в расчет, конечно, не берем. Понятно. Так, хорошо, давайте быстренько тогда вопросики. Какой вес выдерживает максимально и отличаются ли они вот кресла друг от друга по весу именно? Вот когда мы говорим про максимальную нагрузку, важно упомянуть про то, какие узлы и агрегаты кресла, какую нагрузку могут выдерживать. То есть у нас что подвергается нагрузке в первую очередь? Ну, это колесики. Колеса, да. Да. Они спокойно выдерживают и до 200, и до 300 килограмм. При том, что они пластиковые, но поскольку их 5 штук, нагрузка на них распределяется равномерно. У нас есть модели более дорогие, где эти колеса усилены. В нашем магазине вообще есть колеса, которые прям железные, с силиконовым напылением, их просто не убить. Но поскольку их 5 штук, нагрузка на них распределяется равномерно. Далее это, конечно же, крестовина. Вот крестовины бывают металлические, бывают пластиковые, нейлоновые. Мы используем, как правило, нейлоновые и металлические. Это металл здесь. Это металл, да. Здесь металл, да. Мы недавно проводили тестирование этих крестовин, наезжали на них машиной. Вот, то есть такая крестовина спокойно выдерживает нагрузку автомобиля, крестовина даже не деформируется, даже пластиковая крестовина. А, и ну, вообще их нагрузка 800 килограмм-тонна, в зависимости от вида крестовины. И, конечно же, газлифт. Газлифты мы используем. Кстати, я покажу, что это такое газлифт, газлифт. Если кто-то не знает. Газлифт – это вот такой механизм, который отвечает за регулировку высоты. Ну и за прокручивание кресла вокруг своей оси. Они бывают разных классов, первый, второй, третий, четвертый. Мы используем в наших креслах третий в более бюджетных, четвертый в более дорогих. Вот там нагрузка варьируется от 120 до 150 килограмм. Поэтому если вы все, что ниже 120 килограмм, не переживайте. Если вы там все, что ниже 150, но чуть-чуть побольше 120, просто выбирайте модель подороже. Она как раз рассчитана на более тяжелых пользователей. Ну что, погнали тогда конкретно. Ребят, мы еще поговорим сегодня о столах. Да, обязательно. О различных аксессуарах на столы. Ну, например, как это правильно называется? Это наша... рабочая поверхность, спейсмен, да. То есть мы взяли просто коврик обычный, которым пользуются все пользователи компьютера, компьютерного стола. Да, если у вас есть мышка, вам точно нужен коврик. Так вот, мы взяли этот коврик и просто растянули его на всю поверхность. Ну, круто. Да, он повторяет полностью рабочую поверхность по форме, по вырезам. То есть там даже есть кабель-каналы, и в них тоже есть дырочки. Слушай, ну идея просто огонь. Но на самом деле вот это кресло, вот этот стол, да, он с такими... красными, даже слегка страстно-агрессивными вставками. Да, я бы, может быть, не сказал, что это в офис кресло, например, в отличие от того серого, да, более лаконичное, более спокойное. Но это всегда будет завоевывать все-таки внимание всех гостей, и тебе, наверное, просто приятно будет садиться за него. Ребят, правда, это возбуждает какие-то дополнительные эмоции, а если мы проводим много времени за компьютером, наверное, это то самое и нужное нам, потому что можно загрустить, можно реально 10 часов сидеть, и через несколько лет заработать себе огромное количество различных болезней, безусловно, да, если кресло неправильное, ну и вообще потом скатиться. То есть мы получаем сейчас кресла, которые нам помогают для нашего здоровья, плюс к этому
как я понимаю, да, Егор, ну ты, наверное, много проводишь времени. Правильное кресло – это меньше уставания, значит, больше продуктивность в работе, правда? Да, ну, ты правильно говоришь. Самая главная задача кресла – это просто убрать дискомфорт, стать незаметным. Оно не должно сделать там, что-то сверх вау, невероятное. Самое главное, чтобы мы просто в течение долгого времени работали и не чувствовали усталости и дискомфорта. Вот если ваше кресло отвечает таким параметрам, значит оно хорошее. Ну да, да, да. Как на дальнее расстояние в машине, действительно. Да? Да? А монитор не высоковато стоит, Ирина спрашивает? На самом деле разные пользователи используют разную высоту, кому как удобно. В данном случае это у нас подставка, Base, да, мы специально разработали эту подставку для нашего стола. Это подставка для монитора, для акустической системы, там спокойно можно разместить и два монитора. И эта подставка, она позволяет просто расширить наше рабочее пространство. То есть туда вниз можно задвинуть периферию, можно поставить цветок, можно положить туда наушники. В общем, все, что душе угодно. Но при этом мы можем убрать ее, и будет обычная высота стола. Скажи, а вот это как-то очищается, ну, влажной тряпочкой, знаешь, кофе поставили. Его даже можно постирать спокойно. Да? Да, ну, то есть это синтетическое покрытие, оно обладает хорошим скольжением, что важно для мышки, да, что важно для игр, особенно для киберспортсменов. И при этом у него резиновая основа, то есть он абсолютно не скользит и обладает водоотталкивающим эффектом. Ну, поэтому это важно. Вообще любое дерево, материал, близкий к дереву, он боится влаги, мы все об этом знаем. И вот как раз такие изделия, они защищают наши столы от каких-то случайных попаданий влаги. Да, да, круто. Так, слушайте, ну кресла у нас разнообразные, я смотрю, даже по материалу на самом деле разные. Макс, спрошу у тебя, вот смотри, из представленных кресел выбери тройку своих любимых, которые тебе бы хотелось, давай с них начнем тогда рассказ. Немножко покруче посмотрим. Так, значит, первое место для меня лично занимает вот кресло VMM Game Mecha. Вот это? Да. Серьезно? Да, очень классное, очень удобное, очень мягкое. Надо немножко подстроить под себя. Оно, кстати, есть в двух цветах. Есть еще такое же бежевое. Бежевое. Да, и это, наверное, самая классическая модель, которая у нас есть. То есть, о, если снять, крутое. Если снять вот эту подушечку, которая такой достаточно необычной формы, но вот туда так хорошо и удобно складывается голова. Можно прильнуть, поспать и отдохнуть. Оно становится достаточно классическим, и у нас многие предприниматели, было даже такое, политики, покупают такие офисы в кресло, такие кресла в офисы, вот, потому что они имеют достаточно такой лаконичный, классический вид. Слушай, круто. Ты знаешь, реально ты сказал, вот оно не очень жесткое, но такое, знаешь, она меня так держит немножко в тонусе, однако все равно я чувствую себя довольно, ну, свободно здесь, круто. То есть это я регулирую ручки под себя, регулирую, да, высоту, естественно, под себя. Слушай, а насколько, ну вот этот материал, ты понимаю, просто видишь, сразу светлый цвет, я думаю, как он пачкаться не будет и будет, насколько он хорошо вот именно в эксплуатации? Это полиуретан, он же полиуретановая кожа, он чистится достаточно легко. Кстати, специально для этого, для того, чтобы у нас у пользователей не возникали такие вопросы, мы придумали вот такой вот набор. Мы его, естественно, абсолютно бесплатно кладем в каждую коробку с креслом или со столом. Что у нас есть в этом наборе? У нас есть, ну, во-первых, купоны на скидку и там описаны правила эксплуатации. Да, ты смотри, хорошо, это сразу хорошо. Есть вот такая тряпочка и вот такое средство. То есть это средство идеально подходит для мебельных изделий, в том числе для полиуретановой кожи, в том числе для столов. Самое главное, когда вы ухаживаете за своим креслом кожаным или из эко-кожи, никогда его не переувлажняйте, не используйте слишком много средства или воды, потому что полиуретановая кожа, любая искусственная кожа, она боится переувлажнения и переосушения. Слушай, скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь кресла, где спинка немножко откидывается? Она откидывается, на самом деле, у всех кресел. А, у всех даже? Да, у всех кресел есть возможность регулировать спинку. Делается очень просто. Ну, давай, смотрите, ребята. Ах, вот оно как! Да. И мы фиксируем в любом удобном положении. Слушай, круто. А насколько механизм удачный? Удачно сделан. Но это вообще металлические ручки, я смотрю, вот здесь вот внутри. Механизм полностью металлический внутри, конечно, пружинный механизм. Тут только пластиковые накладки.
Скажи, какой вес кресла в среднем? Около 25 килограмм. 25 килограмм, да? От 20 до 20. Айгуль спрашивает, как животные реагируют? Как животные реагируют? Есть какой-то такие, может быть, опытные комментарии, знаешь? Есть много фотографий, где животные на них спят. Отдыхают, да? Да, кисонькие собачки. Да, это круто. Ну, естественно, если у вас есть кошечка, кошечки любят подрать, ну, тут уже ничего не выдержит, но специально для этого мы придумали накидки пончо, которые не только наших пользователей спасают от такой жаркой погоды, но и могут защитить от животных. А, вот оно, да? Да, это достаточно простая штука. Мы специально не стали усложнять этот продукт и сделали его максимально простым для того, чтобы можно было его использовать вот где хотите. Хотите, его можно взять и в машину надеть, если у вас есть такая проблема. Слушай, так его можно использовать абсолютно с любым креслом, любой марки. И какое-то ткань приятная. Да, это искусственная кожа, это премиальный материал, очень дорогой, он очень приятный на ощупь. И что самое главное, вот в такую погоду, оно просто незаменимо, если у вас кресло из эко-кожи. Потому что все равно, даже если вы садитесь на него в одежде, да, в 30-градную жару, немножечко некомфортно. А вот такая вещь, она как раз-таки спасает. И они есть у нас в разных цветах. Есть вот такое зеленое, черное. Такой горчичный цвет, серый и цвет хаки, ну, такой ближе к коричневому. Круто, вам написали, супер, это важный вопрос ухода за креслом, молодцы, что подумали об этом. Ну, реально, очень универсальное кресло. Классная штука, Саша идет, классная штука. Вот это? В смысле, боковая поддержка? Да, боковая поддержка. Боковая поддержка. Ну да, боковая поддержка, она как раз, во-первых, как сделана эта боковая поддержка? Там внутри металлический каркас. У всех наших кресел внутри металлический каркас. Как раз таки за счет металлического каркаса создается форм-фактор, и как раз таки металлический каркас создает для нас вот эту жесткую боковую поддержку. Когда, ну почему это в спорткарах важно, да? Потому что вас не кидает на поворотах. Здесь это важно, потому что вы можете сесть и вот как бы расслабиться, но ваше положение при этом останется, тело вашего положения, положение вашего тела, вот так будет правильно, оно остается правильно. Она как подушку в это место. Да, слушай, да, да. Просто огонь. Ты знаешь, у меня брат просто айтишник. Он сейчас вообще на работу не ездит с этой пандемией. Он сидит дома постоянно, в загородном доме, правда, ну, с семьей и так далее. Все устраивает вообще, понимаешь, он социопат такой. Поэтому, ну, реально, проводить время в этом кресле долго. Но это просто, я понимаю, что как подарок, например, мне, ему, это просто позаботиться о его тупо здоровье. Мало того, что оно еще удобно. Да, многие думают, что почему игровые компьютерные кресла? Ну, их просто так назвали, да? Их начали покупать геймеры, потому что, ну, это продукт больше для геймеров. Но вот среди наших пользователей очень много предпринимателей, очень много людей, которые работают в офисе. И, конечно же, очень много айтишников и дизайнеров, потому что они, ну, бесконечно просто проводят уйму часов за компьютером и своим рабочим местом. Да, вот смотри, кстати, ручки тоже, да, вот так вот делать. Слушай, а для каких целей? А, ну, вообще, может быть, да. В нескольких положениях, мало того, что вверх-вниз еще могут они... Да, подлокотники есть разные. 3D, 4D, 2D. Вот у данной модели это 3D подлокотники, они регулируются по высоте и по вылету накладки в разные стороны. Это удобно, потому что это позволяет подобрать максимально вот то твое положение руки, которое тебе нужно. Круто, ребят. Это просто огонь. Двойной профит. Укутаться в пончо в кресле с чашечкой какао, понимаете? Подголовник, конечно, как личная приблуда. Выглядит, Макс написал. Ну, я тебе не могу так сказать. Понимаешь, я вот его уберу, да? Ну, вот так бы мне было довольно непросто. А вот так, особенно если вот так еще можно сделать. Да, вот, кстати, когда эта подушечка придумывалась, она придумалась в том числе и вот для этого. Вообще круто. Макс, зря. Попробуй, это очень удобно. Ширина сидений на креслах одинаковая или разная? Нет, ширина очень разная. Можно посмотреть у нас на сайте, либо в Озоне в описании. Есть кресла, которые годятся для более больших пользователей. Есть кресла, которые, ну, такого стандартного, универсального размера. Ну, в целом, да, они разные. Ребят, так, посмотрим, кстати, на цены. Ну, цены на самом деле интересные. Скидки различные есть. По 30%, по 20%, по 15%, по 18%, по 27%. Подставка для системного блока у нас еще есть, кстати говоря, да, тоже можно обратить внимание. Да, мы сейчас обязательно покажем про цены, буквально минуточку замечу. У нас до конца июня мы сделали такую доковидную акцию,
Дело в том, что когда начался ковид, вот все производственные цепочки в мире, они были нарушены. Из-за этого подорожали материалы, логистика. И я думаю, что все заметили, что цены на все потребительские и непотребительские товары выросли на 20-30%. Угу. Вот. И мы решили до конца июня сделать такую доковидную акцию и вернули те цены, которые у нас были тогда. Вот, поэтому можно купить большой скидкой. Ага, слушай, давай для меня, и мы сейчас перейдем, ребят, мы будем собирать сейчас кресло в прямом эфире, посмотрим, что внутри, я скажу конкурс, анонсирую. Ребят, давайте пончо подарим, вы не против? Да. Да, ребят, сейчас подарим вам пончо, и это будет, правда, интересно и полезно. Скажи мне, с одной подушкой, с двумя подушками, спрашивают, это значит вот одна подушка и две подушки, да? Просто у Мейки мы взяли подушку и встроили ее прямо в кресло. Да, ага. То есть, например, вот у нас есть кресло Maroon, которое, кстати, в разных цветах, оно есть полностью черное, есть бежевое, есть вот такой изумрудный зеленый, желтый, розовый, это, конечно, кресло для девочек, для слабой половины нашего рассказывай, человечества. Ксения кивает, сейчас там стоит. И здесь как раз-таки есть поясничная подушка, на Мейке ее нету, да, но, как правило, это две подушки, либо одна. Они все в комплекте, то есть их дополнительно покупать не надо. Смотри, меня просят сесть, где одна подушка и где две, и сравнить по ощущениям. Вот, давай, давай, где одна? Мека, ты в ней уже сидел. Так, давай, я еще раз поделю, давай посижу. Значит, одна, если под себя. Так, окей, это где две, да? А это где две. Самый главный секрет, это настроить вот эту подушку таким образом, чтобы она попадала в твой прогиб поясничный. И тогда тебе будет максимально удобно. Она будет поддерживать спину, у тебя будет правильный поясничный прогиб, и это максимально комфортно. Люд, я тебе так могу сказать, ты знаешь, ну вот здесь вот сидишь, то ли так понастроено, но сейчас, я как бы сразу попал, мне сразу стало комфортно, прям вообще просто тут же. Но вот мне нравится, что я могу регулировать, например, вот здесь вот высоту, потому что все-таки, знаешь, вот я иногда в машине сижу, иногда хочется чуть выше, иногда хочется чуть ниже, иногда хочется в прогиб, иногда подустал, знаешь, ну как-то так вот побольше сидел, повыше, иногда можно, а можно вообще убрать ее, если что? Конечно. Можно вообще ее убрать, да? То есть она, мне кажется, по функциональнее здесь будет, но по ощущениям, наверное, выбирай, даже не знаю, но здесь видишь, еще надо смотреть, например, здесь место тоже немножко другое, да, мне показалось, что оно здесь как-то подлиннее, такое ощущение, да, но сейчас, поэтому, смотри, да, все-таки индивидуальный размер, я бы, наверное, выбрал для себя вот такой с двумя подушками, именно потому, что она более мобильная. Значит, у меня первый вопрос. Разные ткани, я сразу это понял. Вот это, я так понимаю, все-таки тканевая основа. Это обычное тканевое кресло, есть кресло из полиуретана, полиуретановой кожи. И полиуретановая кожа, она также делится по качеству. Есть высококачественная, есть, ну, мы называем ее стандартной. Так, ну хорошо, ну тогда сравни, подожди, ткань, насколько она вообще, чем она лучше-то? Вы же не просто так ее сделали. Как по мне, кресло из полиуретановой кожи, оно более практичное. Но вот тканевое кресло, многие просто привыкли к таким, им комфортнее, да, им не нужна никакая накидка, они не потеют в этом кресле, такие пользователи, им максимально комфортно именно вот с обычной мебельной тканью. Но я повторюсь, что мне ближе полиуретановая кожа. Мне кажется, эти кресла более практичнее, за ними проще ухаживать, потому что ткань, она, ну, если сравнивать с полиуретановой кожей, все равно свой внешний вид будет сохранять не так хорошо в течение именно длительного промежутка времени. Да, наверное, согласен. Причем, знаешь, это такой сложный момент для меня, потому что, например, в диванах и креслах, я вот дома у себя, я вот эко-кожу какую-нибудь вообще полиуретан вообще, ну, не понимаю, да? А вот сейчас, да, то ли более так на подсознательном уровне как-то, я вот тоже вот все-таки отдаю предпочтение, вот личное мое, именно вот за такой материал, не за ткань. Ну, реально классно. Хотя, опять-таки, сейчас у всех есть ручные пылесосы, и ухаживать за такой тканью очень просто. Можно просто взять пылесос, пропылесосить, и, в принципе, кресло, вот всю ту пыль, которую оно собрало, да, в чем проблема? То, что здесь расстояние между волокнами немножечко больше, чем в полиуретановой коже. Да, логично. И оно собирает на себя пыль, но его можно пропылесосить. Я бы даже так сказал, полиуретановая кожа, она более противоаллергенные, назовем это так. Ну, хорошо, да, в принципе, да. Да, пишут, и эко-кожа не так впитывает грязь, и катушки, конечно, здесь будет. Защита материалов кресла от маленьких детей, конечно, предусмотрена, грызут, царапают,
пытаются что-нибудь оторвать и так далее. Нет? Ну, хороший такой вопрос. Ну, здесь сложно что-то оторвать. А, самая лучшая защита это... Уйди, уйди, не мешай. Отъедь. И куда-нибудь отъехал, куда-нибудь подальше. Самая лучшая защита это отъехать. Да, да, действительно. Слушай, ну смотри, а вот это, например, два материала, они же тоже разные. Они тоже разные. То есть вот, вот это более бюджетная модель. Угу. Здесь полиуретан немножечко пожестче, угу, чем здесь. То есть здесь он мягче на, угу, кресле Мека. Но оно от этого, это кресло не становится хуже, оно становится лучше своей ценой. То, что оно немножечко подешевле. Но если за этим креслом ухаживать правильно, а правильно я говорил, как не переувлажнять и не переосушать. То есть не оставлять кресло на солнце, не оставлять его в очень влажном помещении, не разливать на него ничего, то с ним тоже все будет классно. Даже там через 5, через 7 лет. Так, ну я правильно понимаю, что у нас отличаются материалами, да? У нас отличаются, ну вот, грубо говоря, подушками. Угу. Правильно? У нас отличаются немного подлокотниками, ну и материалами оснований. Да. Правильно? А, самое главное, чем еще отличается кресло, помимо внешнего вида, это то, что находится внутри. Вот, например, то кресло, которое ты крутишь, Мека, прошу прощения, Марун, мы специально его взяли в разобранном состоянии для того, чтобы продемонстрировать. А, как раз мы сейчас к нему перейдем. Угу. О, ребят, видите, многие говорят, что кресло вот такое розовое, просто огонь. Я согласен, это настолько необычно. Но я хочу сразу отдать должное. Ребята, какая здесь прострочка? Как все аккуратненько сделано? Вы знаете, я просто кайфую, на самом деле, хожу. Все продумано. Здесь даже вот этот центральный металл, что ли, или пластик какой-то. Ну, так это аккуратненько все сделано, стильненько. Кому-то белое кресло, светлое нравится в дизайне, хорошо. Обязательно поговорим, ребят, с вами еще про светящиеся кресла, не забывайте. Подарим пончо, давайте я озвучу, за что. Значит, у ребят, вот залезьте на сайт, посмотрите, у них очень большая, ну, интересная линейка. Ну, много чего есть, различных аксессуаров, да, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, чего им не хватает? Ребята, молодой, отличный бренд, доступный, классного, крутого сегмента. Но, может быть, чего-то не хватает. Давайте, вы как пользователь, вы как пожелатели чего-то хорошего, придумайте, напишите, чего и пожелает. С нами сегодня Ксения, она как раз поможет нам выбрать, мне, по крайней мере, выбрать, потому что это достаточно сложно сделать. Покажите, конечно, покажите. Ну, вот она, красавица наша, стоит, улыбается. Вот, значит, и за лучшее предложение, которое реально ребятам поможет, подарим пончо. В каком цвете, ну, не знаю, может, они сами выберут, а может, вы какой-нибудь пришлете. Да, хорошо. На самом деле, мы вот буквально там... Если посмотреть на наш ассортимент год назад, вот за этот год мы придумали множество крутых товаров, и достаточно большая часть этих товаров, оно было придумано благодаря нашим пользователям. Потому что они говорили, ребят, ну сделайте подставку под монитор, или сделайте подставку под системный блок. И мы их делали, потому что, ну, реально, если надо, если это востребовано, то это будет в нашем ассортименте. Поэтому будем благодарны и подарим вот такой классный универсальный приз, который годится всем. А, да, сейчас будем распаковывать, посмотрим внутри. Ребят, простите, Айгуль начали нападать, спрашивают, что она говорит, сильно аллергия, как пахнет. И начали, кто кресло нюхает и так далее, и так далее. Айгуль, я на тебя... Это, кстати, давайте, большая проблема. Понимаешь, многие, Айгуль? Многие жалуются, что когда кресло вскрывают, пахнет Китаем. Любят говорить, пахнет Китаем. Ну да. Полиуретановая кожа, если она была произведена недавно, если это прям новая партия, она действительно может издавать запах. Но у нас такое, по-моему, ни разу такого не было, чтобы кто-то жаловался на запах. И как бы вот у нас здесь очень много продукции стоит, да, мы ее завезли. И мне кажется, никакого запаха нет. Да, да. Ребят, всем привет, спасибо за активность в чате. А, Артур, привет, тебе давно это не появлялся. Тоже здрасте. Первый комментарий был, вам не хватает известности. Это. Хорошо, погнали. Давайте что, распакуем или посмотрим, что внутри кресла? Давай посмотрим, что внутри кресла. Мы, на самом деле, привезли с собой коробку с креслом. Соберем его, наверное, на следующем стриме уже. Потому что, ну, это может занять какое-то время. Просто... Ну, хотя можно открыть, посмотреть? Конечно. Ну, и продемонстрируем заодно, вот как может выглядеть ваша коробка. Многие, многие производители, они не заморачиваются и не делают цветные коробки. А вот у нас есть модели Astral и Tron, наши самые популярные. И вот для них мы специально сделали такую цветную коробку, потому что многие дарят эти кресла в подарок. Слушай, они здесь представлены, ты сказал, топ? Да, вот покажи Tron. Просто, да? Вот у нас Tron. Вот он. Это Tron, вот просто интересно, да, реально топ. Какой есть в шести цветах. В шести цветах, окей. Да. Красный, желтый, белый, черный полностью, зеленый. По-моему, все перечислил. Ага. А вот это вот кресло как раз-таки Astral.
светящееся, есть не светящееся, есть светящееся. Вау. Оно у нас вообще в 8 цветах. Это синий круто. Есть. Вот, например, да. Оранжевый. Оранжевый есть. А подожди, оно тоже светится или нет? Нет, это нет. Не светится. А, это вот есть просто светящийся, а есть не светящийся. А, да, круто. Есть астрал РГБ, есть астрал обычный. Давай тогда раз на это кресло. Смотри, он меняет цвета. Да. У тебя тут есть пульт. О, ребят, смотрите, ну-ка. Есть где? Вот такой вот пульт. Ну-ка, так. Мы нажимаем разные кнопочки. И там меняются не только режимы. То есть режимы цвета меняются. Просто огнище, ребята. Может светиться, может нет. Вы посмотрите, ну это просто фантастика. Такие цвета. О, перелив просто. Это радуга. Да, это круто. Работает, ребят, вот здесь. Ну, от розеточки. Просто его включаете в розеточку. Либо от розеточки, либо от обычного, как это называется, USB. USB, да. Слушай, круто, кстати, вот здесь вот нету никаких дополнительных подушек. Знаешь, от пауэрбанка есть, они просто, есть, мы их нет? просто сняли, чтобы продемонстрировать. Ну, все равно круто, то есть я еще регулирую вот так под себя. О, это просто сказка. Слушай, ребята, ну реально, вот если есть сказка, вот она, здесь, круто. И мне нравится, что по цене, если посмотреть, да, ну там, хорошо, такие же ребят, может быть, конкурентов и так далее, это намного дешевле. Ну, реально, мы там 1005 точно сэкономите, да и сейчас это хорошее предложение, поэтому посмотрите, наверняка есть кому подарить, а может быть, сами себе подарите новые силы, новые какие-то эмоции, это будет круто. Здесь действительно да. нет да. никакого секрета. Многие пользователи переплачивают за известный бренд. Поскольку мы бренд неизвестный, за нас не переплачивают, за известный. Артур говорит, еще бы качалось оно, понимаешь, вообще. Там есть элемент качания. То есть в кресле не можно покачиваться. Артур, ты видал? Можно покачиваться в кресле. Да, вот здесь есть такая блокировка. Его просто хорошо ощущаешь, когда снимаешь. Артур, оно покачивается! Ребята, это просто огнище! То есть его можно зафиксировать, и оно не будет качаться. А можно снять фиксацию, и качаться будет. Это просто огонь. Боже мой, я просто в сказке, ребят. Сейчас жара. У меня здесь как будто пальма, больше ничего не надо. Давай это покажем, что внутри коробки. Нереальный топ. Кресла. Да, давай, значит, придет к вам коробка вот так, вот она. Да, мы не готовили ничего. Возможно, нас ждет там какой-нибудь сюрприз, я шучу, конечно. Но мы просто взяли первую попавшуюся коробку со складом с моделью Астрал. И вот выглядит это внутри так. Есть обязательная инструкция, есть обязательно наш классный набор. Вот обычно он лежит здесь. А, вот чистка, да? Да, то есть, это, ну, уход за кресло. Тряпочка да. и, собственно, средство. Угу. Слушай, а сложно вообще собрать? Нет, ну, мы сегодня хотели, чтобы Ксюша собрала, просто как-то заболтались, заговорились. Да. Ну, хотя у нас 30 минут еще почти. Вот, ну, если что. Ксюша говорит, нет, пожалуйста. Но девушка справится, да? Конечно. Ну, многие мамы покупают своим там, детям да. и собирают эти кресла сами, собираются они очень легко. Ничего сложного. Так. Есть крестовина нейлоновая. Угу. Эта нейлоновая крестовина выдерживает очень большую нагрузку. Вот у нас есть как раз таки видео, где мы сравниваем металлическую крестовину и нейлоновую, и наезжаем на них автомобилем. И разницы нет никакой. То есть такая крестовина спокойно выдерживает 500 килограмм. Ну, это мы продемонстрировали наездом автомобиля. Угу. Здесь, кстати, цвет такой интересный, фиолетовый, да? Да, это пурпурный цвет. Пурпурный, да. Угу. Соответственно, все проложено, все упаковано для того, чтобы в пути ничего не пострадало. Угу. Есть две подушки в комплекте, они у всех кресел. Угу. Ну и, собственно, все остальные комплектующие. Угу. Вот ну, та да. большая коробочка, там у нас колесики, газлифт, все механизмы. Угу. То есть вот конкретно кресло Астрал. Оно собирается очень просто. За счет чего? За счет того, что у нас здесь часть механизмов, она уже накручена на сиденье. Угу. То есть нам, по сути, дела, нужно только ставить колесики, угу. газлифт, прикрутить механизм качания и прикрутить спинку к сиденью. Слушай, а зачем тут молния? Это сделано для простоты сборки, ну потому что чехол невозможно надеть без молнии. Это не для того, чтобы их снять и постирать. Ну да, ну, я сразу же многие думают так. Обратил внимание, да. Это, ну, исключительно такой технический момент для сборки. Слушай, а здесь, значит, в трех 3D такой, да? Это 2D подлокотники, 2D. Они регулируются по высоте и по углу поворота. Кстати, накладочки здесь мягкие. Вот можно продемонстрировать на нашем замечательном РГБ кресле. Многие думают, что это жесткий пластик. Это не жесткий пластик, накладки мягкие. Благодаря этому, когда наше предплечье ложится на эту ручку,
Мы не испытываем дискомфорт. Нам мягонь. Так, ребят, ну задавайте, давайте вопросы, пишите. Я, честно скажу, я выбирать не буду. Да, сейчас ребята Ксюша и Даша у нас сегодня будут отвечать за выбор правильного, ну или какого-то хорошего решения. Да, подарим такой классный пончо. Вот, думаю, меня поймут, Артур, кто задает какой-то вопрос. Давайте. Не хватает коврика на столе с бугорком под кисть руки. Ну вот, разные интересно, варианты. Интересно, да? Интересно. Люд, видишь, как молодец. Во, подлокотник, это хорошо, сказали, именно мягкий, да. Массажер для ног, для долгих сетевых баталий и так далее, и так далее. В общем, пишите. Не забывайте, что скидка у нас очень хорошая, будет действовать еще час. Вот такой вот коробки придет вам. Кресло, да, крутое. Ну, давайте заглянем, наконец-то, что все-таки внутри. Что внутри? Мы привезли разобранное кресло Марун. Это вот то, которое розовое стоит. Ага, тут бежевого цвета. Такое же, как розовое. Так. Да. Угу. Ну, собственно... Угу. Вот так выглядит чехол, да? Мы его погнали. Немножечко разобрали. Так. Хочу несколько секунд уделить тому, как все это сделано здесь внутри. Ну вы бесстрашные ребята вообще, знаешь? Некоторые не пускают, что там внутри. Боятся показывать, что внутри, да. Это триплированная поливуретановая кожа. Что значит триплированная? Здесь у нас три слоя разных материалов. Угу. Во-первых, это... само полиуретановое напыление, оно делается на такой вот пенополиуретановой прослойке. Mm-hmm. И вот этот материал, господи, забыл, вылетело из головы, из которого шьют больничные халаты. А, да. Как он называется? Вот бывает же такое, вылетит из головы. Еще раз скажи, из чего делают медицинские халаты? Да. Ребята, из чего делают-то такие вот, знаете, вот одноразовые, часто медицинские халаты? Напишите нам. Да, сейчас они напишут нам быстро, у нас ребята умные. Сейчас я тоже вспомню. Угу. Да, и мы вспомним. Так, соответственно, здесь у нас все прострочено. Здесь специальные металлические вставки, чтобы кресло держало форму, да, вот именно да, конкретно кстати, этот точно, момент. Да, вот они. И вот вообще, как испытывается износостойкость таких материалов? Есть такой тест Мартиндейла, и там берут, значит, более жесткую ткань. Как правило, это шерстяная ткань, да, потому что у нее очень сильная ворсистость, и она очень износостойкая. И на протяжении многих циклов труд в одном месте. И вот эта кожа выдерживает более 100 тысяч по тесту Мартиндейла. Круто. Это значит, что она очень износостойкая. Угу. Ну, собственно, вот так выглядит чехол, да. Угу. И вопрос, что под ним. Да, что под ним, основа, самое главное. Основа, да. Вот в данном случае это одна из наших топовых моделей, а в топовых моделях мы... Почему они стоят дорого? Не потому что мы так захотели, потому что у них самые лучшие материалы. Вот здесь мы используем технологию литого пенополиуретана, или формованного еще называют. То есть создается специальная матрица для данной модели. Туда заливается жидкость, которая потом застывает вот такой материал. Эту технологию используют при изготовлении автомобильных кресел. То есть это точно такая же технология. Внутри у нас металлический каркас, а сверху, соответственно, формованный пенополиуретан. Ничего себе. Ну, то есть он достаточно плотный и такой массивный в основании, крепкий, да? Но я соприкасаюсь с такой более его... Он обладает оптимальными показателями жесткости, упругости и твердости. Ага, ну вот видите, я бы такого уже не сказал. Жесткость и твердость. Слушай, а вот это вот тоже ведь не зря, это тоже какой-то эффект играет на спине? Ну, во-первых, в эти углубления специально помещаются технические моменты вот такие, да, чтобы они нам не давили, когда мы будем сидеть. А во-вторых, ну, вот здесь есть такой небольшой массажный эффект за счет этих треугольников. Но в основном это, конечно, технические углубления для металлического каркаса, то есть они сделаны... Таким образом, чтобы пользователь этого не чувствовал, чтобы он испытывал только комфорт. Просрочка крутая, конечно, у вас круто. Слушай, ну и, соответственно, здесь такая же технология. Здесь такая же технология, тоже металлический каркас. И основа у нас сделана с мебельными ремнями. Мебельные ремни, они, соответственно, ну, дешевые кресла вообще делают на фанере. Фанера, она, соответственно, создает такую жесткую основу, и кресла обычно на фанере получаются жесткие, а вот кресла с мебельными ремнями, они более упругие и такие более комфортные для филейной части пользователя. Слушай, тебе говорят, может это не тканный спанбонд?
Спанбон, точно. Спанбон, да, точно. Молодец, Айгур. Ох, умница, спасибо тебе большое, да. Да. Напоминает Porsche Cayenne автомобильное кресло. Ну, да. Слушай, ну почему нет? Сыто балдежно. Я абсолютно согласен. Ребят, я вот вижу все вживом, вживую, хотя камера тоже приближает максимально просто близко. Можно заглянуть, ну, под, не знаю, ну, самые такие укромные закрома всего, все рассмотреть. Потрясающе шит, это правда. Значит, шито балдежно. Товар, настольный светильник в форме, букв VMA. Ну, короче, пишите, друзья мои. Значит, напоминаю, что нужно придумать новый товар, окей? Не усовершенствовать то, что уже есть. Давайте придумаем новый какой-то, чего не хватает. Сейчас каждый комментарий ваш отслеживается, не переживайте, каждый. Вот одно из этих пончо, которое можно, кстати, куда угодно, там, ну, в машину, на кресло, на любое кресло, ну, или, конечно, на такое геймерское кресло тоже. Да, пользователь сможет, да, там, победитель сможет выбрать один из пяти цветов, который ему понравится. Вот, еще привезли подлокотник, хотели показать, как он выглядит. Самое важное, то, что у него металлическая основа. Круто. Здесь очень толстый металл, его нельзя отогнуть, его нельзя сломать. То есть, видите, он крепится как раз-таки к такой металлической стальной поперечине. Его просто невозможно оттуда выломать. Важно понимать, что основа у любого подлокотника – это металл. Поэтому с ним ничего нельзя сделать. Только накладки пластиковые. И даже если ребенок или собачка съест эту пластиковую накладку, ее всегда можно дозаказать у нас и поменять. Круто. Ребята, это правда очень круто. Я вдохновлен, на самом деле, вашим брендом. Прям молодцы, прям это топ. Давай еще раз, значит... Топ продаж сейчас у вас, ну, чтобы понимать статистику, это вот это кресло, которое светится, да? Да? И вот различные цветовые категории. Слушай, можно я их рядом поставлю, просто чтобы нам сравнить? Конечно. Да, вот смотрите, красное, вот такое оранжевое, и вот только что мы распаковывали в таком пурпурном цвете, да? Это вот одни и те же кресла, просто в разных форматах. Вот, чтобы нам как-то подсобрать внимательно. То, которое мы с вами сейчас разбирали, это кресло вот это, нет больше такого? Да, марун, розовое. Да, марун. Вот оно, да? Причем представлено вот в разных цветовых решениях, сами посмотрите. Вот, мы с вами разбирали вот этот вот, да, цвет, вот такое сочетание. Есть еще вот такое, желтое, и вот такой изумрудный глубокий оттенок. Круто сделано, выглядит просто потрясающе. Все поддержки здесь соблюдены, подстраиваете под себя, спинку опускаете, не опускаете, подлокотники в разных направлениях. В общем, подстраиваете для себя, что? Стильненько выглядит, да. Вот если говорить про топ-продаж, надо говорить на самом деле про наши столы. Сейчас наши столы Space, они в топе, топ-1%, да, самых продаваемых товаров в своей категории на маркетплейсе Озон. То есть что? Это один из самых популярных столов. Ну, наверное, даже самый популярный. Вот, благодаря чему они такие популярные? Во-первых, они недорогие, при том, что здесь используется очень качественный материал. Вот это, кстати, наклейка. И эту наклейку можно отклеить. То есть везде, где представлен наш бренд, кроме коврика, наклеечку можно снять. Для многих это важно, чтобы не было никакого бренда. Таким образом, стол становится еще таким более официальным. Вот. Соответственно, качественные материалы. Здесь пленка Эггер европейская, которая ну, действительно очень хорошего качества. Она устойчива к влаге. И вот такой цветной кант из ПВХ. Он также дополнительно защищает наш массив от попадания влаги, потому что у него есть небольшой нахлёст, а это очень важно для изделий из ЛДСП. И что самое главное, они... Сколько у нас вариаций цветов? 17? Да, 17 вариантов. Вот 17? По столам цвет 17 вариантов! Да. То есть у нас есть массив белый, черный и серый. Это вот я имею в виду сама основа. И канты есть... Ну, в каком-то просто невероятном количестве цветов. Желтые, зеленые, розовые. Вот это белый, наверное, да? Это серебристый. Это Space Lunar. Вот. Здесь, да. Здесь такой хромированный металлический кант. Ну, не металлический, он ПВХ, да, но у него такой серебристый цвет. Серебристый, да, он даже так отливается. Как в машине сказали бы, цвет металлик такой очень похож. Кстати, вот такие столы мы делали специально на заказ для киберспортивной команды Trident. Есть такая команда, очень перспективная, молодая. Кто увлекается киберспортом, наверняка о них знает. И вот мы изготавливали специально для ребят, чтобы они тренировались в своем буткемпе за нашими столами. Круто, ребят. И для каждого стола мы сделали аксессуары специальные. Во-первых, это, конечно же, полноразмерный коврик, про который мы уже поговорили, да? Который и защищает стол, и как раз-таки выполняет вот эту роль коврика. То есть нам теперь не нужно двигать коврик, у нас мышка может быть везде, и это удобно. Это удобно для дизайнеров, которые работают в графических редакторах, потому что у них
площадь работы, куда они двигают мышкой, становится больше. Вот, коврики бывают с разными оверлоками. Оверлок мы имеем в виду вот этот цветной край. Зеленый, красный, черный, обычный, классический. Какой захотите. А сама основа? Вот такая. Сама основа, да, она вот такая всегда, черная. Здесь тоже наклейку можно отклеить, переклеить куда-нибудь, да? Да, если есть такое желание, можно ее убрать. Они достаточно износостойкие, да, они никуда отклеиваться не собираются. Но если вы захотите, можно бесследно их удалить. Какие еще есть у нас аксессуары? Прости, пожалуйста, 8, ребят, сейчас стол 8 тысяч стоит. 8 тысяч, да, вот этот стол. Да. А вот этот входит в комплект уже, верхняя часть? Нет, это дополнительно покупается, но это тоже стоит копейки. Слушай, ну это просто огонь. Ну на самом деле это очень круто. Причем здесь все продумано. Я вот смотрю, для наших проводов различных, да, вот такие вот. Две штуки. И вырезы есть в самом коврике тоже. Можете посмотреть все это. Чего-то да, я, кстати, понятно. Скажу для вот пользователя Озона. У любого производителя бывает такое, что там клиенту пришел недокомплект или что-то не так с товаром. И редко такое бывает у нас. То есть можно в нашем случае этого не бояться. Пользователь всегда может с нами напрямую связаться. Если что-то не так, ну, мы заменим, починим, приедем, поможем. В интернете на самом деле достаточно много пользователей пишут именно про наш сервис. Мы действительно тратим очень много усилий для того, чтобы пользователю с нами было приятно вот именно в плане сервиса. Да. То есть вы не будете заморачиваться, а у вас гарантия 2 дня назад прошла, да, это не гарантийный случай. Просто ребят помогут, понимаете, потому что это сделано изначально немножко для другого. Не просто бабла срубить, простите за выражение. Да? Это реально классная помощь. Ребята сами проводят очень много времени, поэтому знают все это изнутри. Приобретая вот такую продукцию, можно точно быть уверенным, что мы соблюдены до мельчайших подробностей, очень крутые. И вот, собственно, самое незаменимое вещь любого человека, у которого есть персональный компьютер, это вот такое простое, но в то же время гениальное изобретение. Изобретено оно, конечно, не нами. Подставка на колесиках. Почему на колесиках? Потому что это создает мобильность. Можно двигать. Кстати, колесики фиксируются. И почему это важно? Потому что компьютер, он имеет достаточно мощное охлаждение, вентилятор, и все это засасывает внутрь пыль. Особенно если есть животные, у меня они есть, у меня там вообще наматываются такие мотки шерсти. А подставка, даже приподнимая немножечко системный блок с пола, мы как раз таки уберегаем наш персональный компьютер, очень дорогой сейчас, да, от попадания пыли, от перегревания и от сгорания как следствие. Поэтому если у вас нет подставки, обязательно ее купите. Там не обязательно нашу, да, но подставка обязательно должна быть, если системный блок у вас стоит на полу. Ну, более того, удобно убираться. Если вы вдруг что-то пролили, ничего страшного не произойдет, потому что это зальется под подставку. А еще его можно использовать как подставку для цветов. Вот у меня девушка нашла такое. Да, еще. Ты сейчас придумал? Нет, действительно, у меня девушка, когда увидела, вот, когда мы создали этот продукт, я говорю: Алин, смотри, какой классный продукт. Она говорит: да, это идеальная подставка для моих цветов. Слушай, а вот эти вот как рога такие получились, да? Ну, это круто. Смотри. Это специально, это не просто так. Не просто это так. Подставка, ну, точнее, не подставка, а крючок, на который можно повесить наушники, на который можно повесить рюкзак. Просто, да, слушай, просто огонь. Ну, потому что всегда возникает проблема, куда повесить наушники. Вот я еще немножечко занимаюсь музыкой, и у меня реально больная тема. Куда убрать наушники, когда я встаю со стола, да, с рабочего места. И вот когда мы придумали такой крючок, это очень удобно. Ты просто встал, повесил, и они у тебя всегда находятся под рукой в одном и том же месте. Ох, давай, давай, давай. Ой, опять, я опять проиграл. Так, надо пересохранить столько. Слушайте, оно очень круто. Выглядит как... Ох, какие наушники стоят. Прям я почти ничего не слышу в них. Так, ребят, мы выбрали победителя для вас. На самом деле, Ксения прислала мне сейчас с WhatsApp. А вариантов очень много, они были разнообразные, они были реально полезные. Я всех благодарю искренне. Много было фана, потому что раз народ талантливый. Но мне кажется, сейчас я прочитаю, что выбрали. Ага. Довольно практичный вариант выбрали. Как хорошо, что это не я выбирал. А Ксения, покажите еще раз. Ну, вместе с Дашей. Покажи, покажи, Ксения, посмотри, вот она, вот она. Итак, Ксения выбрала Оксану Киселеву. Легко и лаконично, ребята, она мне выделила подставку для ног.
О. Хотим подставку для ног. Понимаете? Все. Пончо, Оксан, Серега тебя отправляет. Поздравляю тебя. Ну, ребята, вот вам тебе подарят. Какой-нибудь цвет тебе выберут. Классный, потрясающий пончо. Его можно приобрести, потому что оно абсолютно универсальное. Очень крутого. Это премиальный сегмент эко-кожи, да, по-моему? Ну, это искусственная кожа, да? Замша. Она называется... Искусственная замша. Вот да, называется. Еще ее называют алькантаром. А, ну это красиво. Это мне очень нравится, да. Все, ребята, отлично. Спасибо. Не обижайтесь, кто подарок не получил. Посмотрите наш эфир, задавайте вопрос. У нас еще есть время, а реально адекватное время. Да, кстати, пообщаться. Про розыгрыш. Если вы не выиграли сегодня, не расстраивайтесь. У нас был стрим 2 недели назад. Мы разыгрывали... Что мы разыгрывали? Подставки. Мы разыгрывали подставки, да, комплект подставок. Mm-hmm. На следующем стриме, который будет опять-таки примерно через 2 недели, мы опять что-нибудь разыграем. Это круто. Поэтому подписывайтесь на уведомления, приходите и выигрывайте. А можно с вами как-то в инстаграмах подружиться или как-то? Что-то конечно, VMM Game. Слушай, а что такое VMM? Ну, если это тайна, конечно, можете расширить. Это не тайна, но это очень длинная история. Давай мы расскажем ее в следующий раз. Ладно, хорошо, договорились. Так, ну что, посмотрели, значит, аксессуары, посмотрели кресло. Поздравляю все Оксану. Спасибо большое. Да ладно, нас много, подарок один. Макс написал. Ребят, спасибо за понимание. Напоминаю, что скидка сейчас еще в течение часа 10 минут у вас будет действовать. На все это там по 30-40%. Очень крутые кресла. Вообще, я бы сказал, что это доступная цена. Вот чехол... Реально очень крутой, я бы советовал прям приобрести себе. Стол тоже, безусловно, доступный. Можем как-то габариты его немножко примерно хотя бы сказать? Или, может быть, мы в карточке тут увидим эти габариты? Про габариты стола тоже важная вещь. Угу. У нас есть столешница 120 сантиметров, вот. Угу. А есть столешница размером 140 сантиметров. Ага. То есть пользователи, которым нужно больше пространства, угу. которые хотят прямо на стол воткнуть, например, 2 монитора или еще акустическую систему. Угу. Музыканты любят очень. Поставить, например, студийные мониторы, да, если это не отдельные подставки, еще монитор раз, монитор два, может быть, ноутбук и MIDI-клавиатура. Вот на таком столе можно разместить все это достаточно просто. Поэтому, если вам нужен большой широкий стол, вот он как раз-таки есть, это тоже сейчас продается с хорошей скидкой. Угу. Для монтажеров тоже, да? Да, кстати говоря. Еще один отвал башки для тебя. Уа, давайте, это я сильно люблю. Готов? Давай, вообще не очень, но... О, ребята, не, ну смотри, а, ну что творят? Это же лето. Ты мне хочешь вступить, да? Садись. Я не знаю. Раскинься. О, ребята, это просто огонь. Ты молчал, слушай, в самом конце это приподнется вообще, а? О, ёшки-матрёшки, а. Вот в этом кресле достаточно удобно играть, например, в приставке PlayStation, да, как правило, у нас телевизор. Мы либо на диване играем, либо вот можно использовать такое кресло. Просто можно еще сильнее откинуть спинку, и тогда будет еще комфортнее. Еще да? комфортнее. Да, потому что ноги... Угу. Вот он. Ага. Угу. А, здесь так. О, можно так. Поспать, удобно работать за ноутбуком. Ой, какая работа, о чем ты? Я вот так наверху себе мониторчик и смотрею какой-нибудь фильмец приятный, попиваю что-нибудь крутое. Слушайте, кровать выбрасывайте, а можно теперь просто спать или гостей принимать. Это специально для твоего брата, который айтишник. Ой, не говори. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, какое бы ты кресло, ну, например, посоветовал бы? Можно так? Я вот все время люблю спрашивать, ребят, можете прям вот посоветовать? Вот бери это, точно не ошибешься. Для пользователя, который очень долго работает за компьютером, однозначно, либо Мека, либо Марун, который мы разбирали. Потому что здесь очень хороший формованный пенополиуретан. Он очень... Ну, он никогда не потеряет своей формы, то есть это как в автомобиле. В автомобиле может умереть все, все соржаветь, да, порваться там покрытие, но внутренний наполнитель кресла, он никогда не испортится, потому что это формованный пенополиуретан. И вот здесь это, конечно, самое качественное. И более того, вот, например, кресло Мека, оно обладает такой повышенной мягкостью, что тоже важно, когда очень долго работаешь за компьютером. Да, тело меньше затекает. Одно из самых, наверное, мягких кресел, которое здесь вот мы сидим. Слушайте, я вот сказал сначала, что мне нравятся две подушки, потому что одну можно подстроить под себя, чуть выше, чуть ниже сделать, да, ну вот может быть, чтобы ничего не затекало. Но вот здесь садишься и просто хочется быть. Нет, в конце концов, если нужна еще дополнительная подушка, да, если ты хочешь кресло Мека, но еще и подушку туда, вот это важно. У нас есть подушки Pads, это называется VMM Game Pads. Они тоже есть у нас в товарах. Это подушечки из алькантары.
разных цветов, которые можно использовать там не только в автомобиле, не только вот для кресел, да, ну и, например, в автомобиле. Вот два цвета, просто сравню, да, чтобы мы не блуждали, что это все время разные у нас кресла. Нет, тут как бы вот два разных цвета, ну тут еще есть цвета, да, я так понимаю? Вот у конкретно данной модели только два цвета, черный и бежевый. Угу. А вот у марунов там вообще пять цветов. У марунов, да. Розовый, желтый, изумрудный, бежевый и черный. Угу. А еще скоро приедет два цвета. Угу. Скажи, пожалуйста, а все колеса здесь доступны для любого пола покрытия? Насколько не царапает оно? Потому что они разные, я вижу. Ну, они, как правило, все с силиконовым напылением. Для топовых моделей мы используем усиленные колеса. Угу. Ну, вот как для Маруна и для Мекки. Ну, о, конечно, это одно из основных требований, чтобы данные колеса не повреждали напольное покрытие. Слушай, и они его не повреждают, конечно. Блин, ну огонь, реально классно. Но если, например, у вас дома мягкий линолеум, вот кресла боятся мягкого линолеума, потому что колеса любят на них заламываться. Вот для таких пользователей мы придумали вот такие коврики. О, да, слушай, о ковриках еще не поговорили. Да, мы его немножко затоптали, но тем не менее. Во-первых, они, эти коврики, снижают звук. Это актуально, если вы находитесь там в одной комнате, играете за компьютером, да? И для того, чтобы кресло не издавало сильных звуков, катаясь по полу, вот как раз-таки эти напольные ковры, они звук снижают. Ну и защищают не только напольное покрытие, но и колесики кресла от расшатывания, если напольное покрытие мягкое. Ну круто, особенно вечером, когда работаешь, знаешь, все-таки если комнаты у нас там смежные, жена, ребенок и так далее, но это правда удобнее, просто функциональнее, очень приятнее. Ну вот такой комплект, да. Плюс ножки приятно ставить, если пол холодный. Кстати говоря, да. Сейчас это очень актуально летом. У нас 42 градуса на улице, знаете, ножки поставил, зато влага с тебя будет стекать, понимаете, не на паркет уходить, а на этот коврик так собрал, раз и спокойненько вылил, и все, все. Вот, ну и, конечно, вот этот топ-кресло, здесь меняются цвета, меняется подсветка, меняются различные режимы, оно тоже очень круто, удобно. Удобно, Даша, спасибо тебе большое, да, ну, наверное, я не знаю, как там переключать, наверное. Просто жми на любую кнопку, просто, что-нибудь получится. Просто жмите, что-нибудь точно получится. Ну что, посмотрели, заглянули сегодня вниз. Макс, как у тебя дела? Макс, ну скажи нам сегодня, скажи ты, подытожь, Макс, скажи, что тебе здесь привлекает? Ты же не просто так пришел в эту компанию, ну реально. Что тебе нравится? Что мне нравится? Да. Ну, мне нравится все. Хорошо, так скажем. По поводу кресла, если да, то я сказал, что это самая комфортная мека для меня лично. Но вот если брать самое бюджетное кресло, у него, конечно, огромное преимущество, это вот эта подставка. Да. То, о чем Егор сказал. Угу. Вот, поэтому как бы тут все индивидуально, и под каждого пользователя найдутся решенные задачи данными креслами. По поводу столов, насколько тебе нравится? Я сам работаю за таким столом в офисе, вот, поэтому нравится. Все, у меня стоит такая же подставка, бейс. Очень удобно складывать под нее какие-то нужные там аксессуары, телефоны, там, карт-холдер и так далее, ничего не мешается. Мне кажется, у Макса, если просто собрать весь хлам, который лежит на столе, можно самолет собрать. Его там умело так запрятывают, у него всегда там есть сладости, я знаю, что можно подойти туда и найти какой-нибудь мармелад. Молодцы, молодцы, ну круто, чё. Слушай, ну здорово, ну приятный аксессуар. Слушай, а ты сидишь на пончо сам или все-таки ты предпочитаешь так чистое кресло? Я сижу без пончо, пока как бы, ну, как-то не было просто необходимости, вот, но как бы на ощупь она очень приятная, тактильная, очень классная. Да, да, это правда. Я вот недавно, кстати, когда началась эта жара, я работал всегда без пончо, при том, что, ну, там, мы создали этот продукт, и мы знаем то, насколько он классный. Я вот как-то его до этого не эксплуатировал, да, другие сотрудники это делали. Но когда было очень жарко, я пошел, содрал пончо с другого кресла, повесил его на свое кресло, и реально у меня так отлегло, потому что у меня перестало потеть все. Я думал, что раньше ты в кресле можешь потеть, только если ты сидишь, ну вот... В шортах или без майки. Или в труханчиках. Да, или в труханчиках. Нет, на самом деле в такую жару, даже если ты сидишь в джинсах и футболке, ты все равно запотеваешь. Ну и вот, конечно, эта прокладка в виде пончо, она очень сильно спасает в эту жару. Кстати, ну... Ничего необычного, но самый популярный регион, где заказывают пончо, это
юга наши российские. Серьезно, да? Да, ну да, в основном Краснодарский край. Слушай, круто узнать статистику, на самом деле, такую, знаешь. Узнали два топовых кресла, узнали, куда уходят в основном пончи, заглянули внутрь, посмотрели, как приходят, в каких коробках, посмотрели аксессуары, посмотрели столы. Для вас еще есть час времени для того, чтобы углубиться в самые лучшие предложения, самые лучшие скидки, вообще познакомиться с VMM Game, зайти на их сайт, подружиться в социальных сетях. Может быть, не сегодня. У вас возникнет вопрос, у вас возникнет желание, зайдите прежде всего на этот бренд, потому что они дадут доступные цены, наиболее конкурентоспособные. Ну а по качеству вы все видели, ребята. Они просто в идеальном соотношении цены, качества, гармонии и удобства. Для всех, кто играет, для всех, кто много проводит времени за рабочим столом, это правда актуальные вопросы, потому что избавитесь от многих, скорее всего, проблем со здоровьем в будущем. Это просто стильно, это комфортно, это удобно. Мне понравилось. Ребят, спасибо вам большое. Прям просто огонь. Я благодарю вас. Я обожаю современные молодые яркие бренды, которые приходят и кладут на лопатки популярные бренды, предоставляя очень крутую продукцию. Ребят, спасибо всем, кто был в чате. Поздравляем победителей. Это был замечательный стрим. Обязательно ребята еще придут, следить за нашими эфирами, за нашими анонсами. Я не прощаюсь. Ровно через 10 минут. Вот говорили о домашних животных, да, теперь сидим в креслицах, и вот домашние животные к нам прибегут. Давайте о них поговорим, потому что это тоже важная тема, это наши домашние питомцы. Все, ровно через 10 минут мы будем с вами. Спасибо.